По статистике, 80% россиян проводят свои выходные дома, смотрят телевизор, принимают гостей. А если выбирают культурный отдых, то чаще всего ходят в кино. На втором месте театры, на третьем – музеи. Внука иногда вожу на мультики. В театр ходили, в кинотеатр ходили. Чаще всего в кинотеатре, в музее бывает. В театры входим, в кино уже дома. Все равно так не посмотришь, сам звук, во-первых, акустика такая. Вот из этого как бы нравится в кинотеатрах больше посещать. В театр стараемся по времени, в возможности ходить. Так, ну иногда, когда выбираюсь, можно сходить на выставку на какую-нибудь. Поход в кино, если говорить о целой семье, может влететь в копеечку. В будни доступ в темный кинозал обходится в среднем от 140 до 280 рублей. Утренние сеансы дешевле, вечерние дороже. В выходные минимальная цена билета увеличивается примерно на 30-50 рублей. Если же говорить о фильмах в формате 3D и самых современных залах, смело умножайте сумму на 2. Что уж говорить о театрах. Все знают, билеты на некоторые постановки с хорошими местами обойдутся не в 1000 рублей. У нас нет расчета по себестоимости, потому что все-таки мы бюджетное учреждение, и большую часть наших расходов финансирует государство. Если бы мы от себестоимости рассчитывали цену билетов, то у нас средняя цена проданного билета должна была бы составлять 3000 рублей. Для сравнения, на данный момент средняя цена проданного билета колеблется в районе 600-700. При этом у нас также на каждый спектакль есть билеты стоимостью 100 рублей, 200, 400 там, и так далее, в зависимости от места. Если не претендовать на первые ряды, то билет обойдется в районе 600 рублей. Посещение музеев можно назвать более экономичным вариантом. От 120 до 150 рублей стоимость билета на одного взрослого. Сэкономить могут школьники, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды. Практически все учреждения культуры предоставляют им скидку до 50%. Если вы все же решили остаться дома, некоторые театральные постановки можно посмотреть совсем бесплатно во время специальных онлайн-трансляций. Валерия Ермакова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».